Всем привет, друзья, с вами Валюк, и мы продолжаем играть в Minecraft версия для PlayStation 4. И в прошлой серии мы с вами начали строить ферму золота, а то есть ферма, для которой нужно много-много-много обсидиана. И первый этаж мы с вами построили. Вот сейчас я дойду, вот. Первый этаж построили, я подготовился, накопал кучу обсидиана и сделал нужное, по-моему, сколько я посчитал, нужное количество люков. Это только на два этажа. Мы сначала попробуем с вами два этажа, как оно в действии будет, и что построим третий. Итак, в прошлой серии я объяснял, что да как. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Потому что там основа, как что-то строить, как, почему работает. А в этой серии, я думаю, дострою второй этаж, поставлю люки и, скорее всего, начну делать пункт сбора, ну, площадку для сбора, да, мобов и убивательную комнату. Комнатку. Вот. И что ж, я продолжу это делать на ускоренном видео, как всегда. Ну и когда я сделаю второй этаж, мы с вами увидимся. А сейчас вперед. Итак, я поставил второй уровень, мне обсидиана хватило и даже осталось. И это хорошо, пригодится на второй этаж, ой, точнее на третий. Кстати, вон голем стоит, гад, сволочь, надо его сбить оттуда, пусть внизу стоит. Все-таки иногда появляются эти мобы, големы. Интересно, он крипера мучит вообще? Или только зомби? Наверное, только зомби. Ну, кстати, мне крипер тут нафиг не уперся. И паук тоже. Всех подразнос. Итак. А почему я шепотом разговариваю? Рядом сын спит. Поэтому и шепотом. Ну, не особо шепотом, но я надеюсь, меня будет хорошо слышно. Так, более-менее, я поставлю временную ступень, временные ступеньки, да, чтобы мне попасть наверх, на саму ферму, потому что придется зажигать. Ну, наверное, пока обойдемся двумя рядами, двумя этажами, да. И сейчас я поставлю лючки. Не знаю, как это будет, легко, сложно. Поставлю лючки. И начну рыть, наверное, подкоп. Рыть ловушку. Саму делать. Сделаю ловушку. Ну и там увидимся. После того, как я вырыл ловушку, наверное, разолью воду. Ну или вместе с вами буду разливать воду. Ну и поехали, что ж. We'll be right back.
Итак, друзья, я сделал ямку, поставил с краев блок, ну, так что высота 2 блока, еще для воды 1 блок. И поставил здесь промежуток 1 блок между заборчиком, так чтобы, ну, мало ли что всякое бывает, чтобы не убежали товарищи зомби, свинозомби. Сейчас попробуем разлить воду. Так, чтобы все было аккуратно. И посередине уже копну и сделаю отверстие. Так сказать, на убивалку. Так, что тут вышло с водой? Сюда, наверное, надо. Так. И сюда одно. Походу дела мне понадобятся таблички. Сейчас я соберу вот эти вот вещички. Вещички, водичку вот эту вот. Лишнюю. Так, где у нас середка? Так, где-то вот здесь вот. Да? Ну, вроде похоже. 4. 4. Ну да, вот середка, собственно, и будет. Итак, я сюда повешу таблички и вернусь, когда уже все будет готово. Я здесь еще сделаю углубление и там поставлю ловушку. Ну, конечно же, надо будет сделать подкоп под все это дело. Ну вот, увидимся, короче. Так, таблички я сделал, и сейчас пойдем с вами их поставим. Я надеюсь, меня нормально слышно, потому что говорю очень тихо, поэтому никаких эмоций. Почему я говорю тихо, я уже говорил. Сзади спит сын. А снимать-то надо. Сегодня еще и на работу, так что так, вот так вот, и вода точно никуда не денется, вот так вот сделаю. Что за ботва? Странно, как-то выливается. Так, и что же делать? Что придумать? Ну так, наверное, как-нибудь придумаю. И нет, еще подальше. Или можно в другие места попробовать запихать воду. Сейчас попробую. Допустим, 1, 2, 3. Вот на эту часть. Вот, отлично. Значит, вот сюда. Ну, хватай. Хватай, блин. Вот сюда. Вот. Вот так вот. С этой стороны я сделал то же самое. Ну и там разберемся. Я выкопаю потом подкоп, нижнюю комнату сделаю для умерщвления и сбора ресурсов. Ну и в тот момент я включу обычную запись. Ну и вперед.
Так, друзья, вы могли видеть, как мне Крипер тут подпортил жизнь. Ну, я сделал все намного лучше, чем хотелось бы. Все-таки сходил в лес, нарубил и поставил двойной сундук. А механизм убийства простой, как 5 копеек. Это просто убийство поршнями на втором блоке. То есть по голове им бахать. Я думаю, они не запрыгнут уже. Здесь, кстати, можно сделать стеклышко поставить. Что я сделаю? Поставлю здесь стекло. Блин. Ну хотя да, что это вот так вот. И вот это вот и так вот. И сюда стекло. Все. Так, что это я заберу. И осталось дело за малым. Осталось, в принципе, оградить побольше, чтобы всякие криперы опять не налетали, блин. Ненавижу их в игре просто. Воду я разлил вот так вот, везде проверил. Мобы стекают в середочку. Ну и на ускоренном видео я зажгу все порталы, срублю ненужную лестницу и посмотрим, как эта маленькая конструкция будет работать. Вот эту лестницу я срублю. Ну и увидимся с вами, когда уже все будет готово. Даже, может, немножко проверю, как будет работать. Вот. Итак, друзья, пока я зажигал все порталы, здесь уже скопилось некоторое количество свинок. Как видите, он уже работает, но у каждого может быть свой способ их убийства, или там автоубийства, или, допустим, как я сейчас сделаю. Вот так вот. Ага. Облом. Да. Что-то я не особо механизм рассчитал. Он их просто не давит. Да. Им пофигу на поршню. Хотя, я думаю, правильнее будет сделать липкий поршень. Поставить это все дело сюда. И давить стенками. Я переделаю механизм и снова включу запись. Попробуем. Слушай, ферма работает так хорошо, что там какие-то мелкие, блин, свинозомби вообще не дают мне подойти, блядь. Поршни не могу поставить, ни хрена.
кучу уже всех мечей набросалось из-за того, что я их сам убил. Поршни надо ставить с той стороны. И вот что-то прям вот там мелкий, блин, урод стоит, всю малину портит. Но механизм надо сделать, как ни крути. Что для этого пока сделать, чтобы их подуспокоить, так сказать. Вот этот мелкий вообще не дает ничего. То ли его с одного удара сдвинулся. Как он еще сюда не запрыгнул, не отдавал мне. Вот это уже другой вопрос. Так, где поршня? Быстренько поставить поршня. Блин, не успел. Так. Эть, не дотягивайся. Ах ты, блин. Ну ладно, это будет все на ускоренном видео. Видать, тут надолго. Одна ошибка, и все, и мучайся полгода. Ну, уже видно, что ферма работает прекрасно. Даже более чем я ожидал. Вот. Итак, друзья, после большого боя с этими зверюгами я кучу раз просрал, но все-таки я доделал механизм. Мы просто ставим блоки на липкие поршни и все. И я их просто тупо зажимаю с обоих сторон, и они умирают. Так. Вот. Умирают даже мелкие. Не знаю почему, но мелкие тоже умирают. И вот, собственно, результат. Правда, не со всех, золотой наггет падает. Смородок, но все равно. Очень производительная. Довольно-таки ферма, они падают туда постоянно. Ну и пока я их отпущу. Можно, конечно, из этого сделать и ферму опыта. Поглубже просто опустить. Или зажимать и их потом убивать вручную. Ну вот как так. Они уже на меня взлятся. Пока я убивал, он кучу мечей золотых, ну, все свои доспехи просрал. Ну, так вот как-то. Ферма готова официально. Ну и на этом я закончу серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, если вам видео оказалось полезным или понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ну и пока.